преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения. А это ноябрьские школьники вышли на дороги города. Всех защитников Отечества, а по совместительству еще и автовладельцев, полицейские поздравили с наступающим праздником, вручили поздравительные открытки и лишний раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни.